привет! С вами программа «Секретики». Близится самый замечательный праздник весны, 8 марта. День, когда все девочки получают много-много внимания, цветов и подарков. И сегодня мы будем делать подарок для наших мам. А для начала давайте познакомимся с моими помощниками. Расскажите, как вас зовут, сколько вам лет и как вы помогаете маме дома, чтобы она меньше уставала. Всем привет, меня зовут Кирилл, мне 8 лет. Я помогаю маме мыть посуду, мыть полы и протирать пыль. Всем привет, меня зовут София, мне 8 лет. Я дома маме помогаю делать уборку и особенно часто помогаю ей в готовке. Всем привет, меня зовут Лёва, мне 9 лет. Я помогаю маме мыть полы. Всем привет, меня зовут Карина, мне 8 лет. Я помогаю маме усыплять свою сестренку и мыть посуду. Здорово! Такие все помощники собрались. Надеюсь, то, что вы рассказали, это правда. Давайте посмотрим, что сегодня нам понадобится. Нам понадобится очень много разных ленточек, картонный круг, фетр, фломастеры, клей и ножницы. А сегодня мы будем делать награду для ваших мам, чтобы она знала, что все, что она для вас делает, вы цените и замечаете. Давайте начнем с того, что вы возьмете отрезки ленточек, каждый цвета, который вы выбрал, по 8 штук. И начинаем с того, что вы берете кусочек ленточки, наносите на край клей и склеиваете 8 вот таких петелек. Краешки там ровно-неровно, это не важно, мы это потом закроем. София, расскажи, какая у тебя мама? У меня мама красивая, умная. Она очень нас любит, и она постоянно держит что-то в порядке. Когда кто-то что-то не положил на свое место, она обязательно говорит это убрать. А Кирилл, что? Моя мама очень добрая. Когда я не понимаю там в уроках, она мне говорит, и становится все понятно. Ну, как бы она мне помогает очень хорошо. У меня мама, она всегда подбирает, когда я хожу куда-нибудь, например, в кинотеатр или подружкам на день рождения, она мне всегда подбирает такую красивую одежду, все объясняет. У меня мама очень умная и красивая. Когда я что-то делаю не так, она помогает мне и объясняет. Ну что, петельки у всех готовы. Получилось по 8 штук. Петелек одного цвета и широкой ленты. Возьмите сейчас по кусочку кружева и вот по такому кружочку. Сейчас мы будем оформлять этот кружочек с задней стороны. То есть спереди кружочек у нас пока чистый, мы его не трогаем, а с обратной стороны мы все приклеиваем. Сейчас вы возьмете кружево и разрежьте его на 4 элемента. Затем, смотрите внимательно, вы наносите клей на нижнюю половинку кружевного элемента и такой звездочкой, вот как на часах 12, 6, 3 и 9. Вот в эти места вы приклеиваете кружево. Смотрите, чтобы было ровно и параллельно. Так у вас работа будет смотреться аккуратно. Давайте посмотрим, у кого что получилось. Все должно быть ровненько, четко, как на часах или как на компасе. Сейчас мы приклеим петельки прямо под кружевом, вот таким вот образом. И потом между кружавчиком вот таким вот образом тоже приклеите. Смотрите, чтобы они у вас на одинаковом расстоянии друг от друга были.
одинаковой длины. Давайте покажем, у кого что получилось. Вот такой аккуратненький кружочек с одной стороны. С другой стороны мы это все потом скроем, спрячем. Сейчас самое главное требование, чтобы ровно были приклеены кружевные элементы и ровно были сохранены вертикаль, горизонталь и диагональные линии, чтобы все было аккуратненько. Мы с вами берем ленту синим-синюю. И для желтеньких я подготовила раньше, уберите. И приклеиваем с обратной стороны, там, где у нас приклеен кружевной элемент, на петельку из ленточки. Сейчас я покажу, чтобы вы ничего не перепутали. Вот смотрите, находите кружевной элемент, переворачиваете медаль, переворачиваете украшение и приклеиваете сначала один хвостик, затем наносите еще клей, с клеем не стесняйтесь, чтобы было крепко, и приклеиваете второй хвостик ленточки, вот таким образом. Клея не жалейте, чем больше клея карандаша, тем крепче он у вас будет держать. Вообще, конечно, если вы будете дома делать, то можно даже и пришивать друг к другу. Вот так у нас получается награда нашей маме. С одной стороны она пока еще не очень красивая, с другой стороны вот у нас аккуратная, с красивыми ленточками. Сейчас мы с вами возьмем кружочки с фетра, нанесем на него обильно клей и вот так все это красиво прикроем. У нас, смотрите, аккуратно будет с обеих сторон. Клей наносим жирненько и аккуратно приклеиваем с обратной стороны, чтобы закрыть все наши срезы, все там, где у нас клей видно, чтобы все было аккуратно и, кроме того, крепко. Мы закрываем фетровым кружочком ту часть, которая у нас пока неаккуратная. Все, и пальчиками прижимайте, чтобы клей хорошо схватился, чтобы все везде подклеилось, ничего у вас не выпало потом. А сейчас мы переходим к заключительной и самой важной части. Сейчас нам надо вот на этой пока бледной стороне написать «Самой лучшей маме на свете». Или «Самой заботливой маме на свете». Или «Моя мама самая лучшая». Можно туда цветочки дорисовать. В общем, все, что вы хотите вложить в эту награду, за что маму поблагодарить и что ей будет приятнее всего прочитать на этой награде. У нас верхняя часть, обратите внимание, та, а откуда у нас длинная ленточка идет? То есть вот так мы не пишем, потому что она наденет, все перевернется. Вот так маме мы надеваем. И верхняя часть у нас там, где длинная ленточка. Сейчас вы каждый расскажете о том, что у вас получилось, что вы написали и что изображено у вас. Я тут написала самой заботливой маме и написала ей поздравление с 8 марта. Нарисовала сердечки, бабочку, облака, цветочки. Я написала с 8 марта и нарисовала цветочки, потому что мама любит цветы. Я нарисовала 2 цветочка с 8 марта. И даже 3 цветочка, и еще написал внизу «мама». Угу. Твоей маме понравится? Я думаю, да. Хорошо. Я написала тут «самой заботливой маме», нарисовала всякие красивые завитушки, написала с 8 марта имя своей мамы. Ну что, мы очень надеемся, что каждая мама обрадуется такой награде.
Поздравляем всех женщин с наступающим праздником. Пусть не только 8 марта, но и каждый день в их жизни будет полон радости, нежности и заботы. На этом с вами все. До встречи на программе «Секретики». Магазин товаров для творчества и хобби «Арт Сундучок» приглашает взрослых и детей посетить мастер-классы. Вы можете закрепить уже имеющиеся навыки или научиться чему-то новому. Мы поможем сделать ваши руки золотыми.